Юные жители Литвинова встречают новую детскую площадку. Большая и удобная, она расположилась в самом центре поселка, около дома номер один. По традиции праздник проходит с танцами и веселыми играми. На новой площадке предусмотрены зоны отдыха для всех возрастов. Есть уголок для малышей с песочницей, цветастый городок с горками для ребят среднего возраста. А вот тут такая интересная игровая форма для ребят постарше, где можно с успехом сочетать спорт и подвижные игры. Помимо зон для ребят, здесь появились и уличные тренажеры. Теперь во дворе могут не только веселиться дети, но и заниматься взрослые любители активного отдыха на свежем воздухе. Новый игровой комплекс появился и в Афряново, на улице Текстильщиков. Здесь площадка тематическая – аэропорт. Кроме качелей горок, тут также установлен небольшой воркаут. Все площадки установлены по программе губернатора Московской области. В этом году в городском округе будут открыты 6 таких мест общественного притяжения. Площадки в Протасово, Щелково, Литвиново и Фряново уже готовы встречать гостей. Осталась только площадка на улице Ватутина в Загорянском, которую перенесли с улицы Орджоникидзе после отказа жителей дома 48 от новых игровых форм. Сейчас там проходит установка резинового покрытия, и уже совсем скоро юные жители ВШК смогут испытать новые игровые формы. План по установке подобных площадок на 2020 год уже имеется. В настоящее время мы подбираем адресный перечень, поскольку установка площадки такого типа и такого размера необходимо тщательно подбирать территорию без инженерной коммуникации и для того, чтобы она обеспечивала потребность как много больших количества жителей. Мария Смирнова, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.